시작되는 기쁜 울림 세상에 뒤집을 목소리 Здравствуйте, меня зовут Аня и рада вас снова приветствовать на рубрике K-Pop Dance Tutorial, которую мы подготовили совместно с Корейским культурным центром. И сегодня мы с вами будем учить камбэк одной из групп, которую вы по-любому знаете, любите, и эта песня всем очень понравилась. Поэтому сегодня мы с вами будем учить ATEEZ Халазия. Поехали! Ну, начнем мы с вами чуть-чуть до припева. Первое, что вы делаете, вы впрыгиваете на две ноги, но вес у вас в основном на правой, левая отставлена в сторону. Мы будем прыгивать в правую и левую сторону по очереди. Первый делаете вправо, и вместе с этим у вас руки заносятся назад через голову, обе руки. Вы впрыгиваете в правую сторону. Со следующим движением вы впрыгиваете в левую точно так же. И вместе с этим у вас руки расходятся в диагональ. Со следующим шагом впрыгиваете опять в правую сторону, и у вас руки опускаются вниз обе. А со следующей вы делаете движение плечами. Раз, два, три. То есть у вас будет первый шаг, второй, третий. И на четвертый вам нужно быстро за один шаг сделать плечами три раза. Еще раз давайте в правую сторону, в левую с диагональю, с руками вниз и с плечами. Со следующим движением вы отставляете правую ногу и замахиваетесь правой рукой, левая у вас параллельно полу. Вы делаете два движения, у вас и нога, и рука ударяют справа налево. Вы делаете раз, два, и затем вместе с правой рукой поворачиваетесь боком, и у вас левая сторона приходит к правой ноге. Вы заворачиваете себя, и здесь выпрыгиваете вначале с правой ногой вперед на перекрест, и в этот момент ударяете руками назад, затем выпрыгиваете обратно и руки возвращаете. То есть это раз, два. Давайте еще раз сначала соединим. С первым шагом вправо, со вторым в диагональ руки, вниз, плечи. Отступаете, делаете раз удар, два, заворачиваете себя. Руки назад выпрыгиваете. И со следующим движением вы наступаете на правую ногу и выносите вверх левую. И у вас опускается рука, и вместе с этим наклоняется голова в правую сторону. Вы делаете раз, два, а потом наступаете на левую ногу, и эту руку берете правой рукой и поднимаете вверх. То есть это раз, два, три, четыре. Еще раз наступаете, наклоняете, наступаете, поднимаете. И после этого у них движение зеркальное, но мы будем делать пока за одну сторону. Там поднимается либо правая нога, либо левая. В этот момент вы выносите руки и либо с правой стороны на левую, проносите левое плечо вперед, правое плечо, либо наоборот. И в этот момент поднимается нога. После этого, когда вы ставите ногу, вы опускаете и себя, и опускаете руки вниз, как будто ударяетесь об низ, доносите до грудной клетки, сразу же поднимаете их вверх и медленно опускаете. У них в этот момент переход, но мы будем просто на месте примерно шагать. Опускаете опять же до грудной клетки и раскрываете руки вместе с этим, двигая пальцами. То есть еще раз с новой части. Наступаете на правую ногу, заворачиваете, берете руку, поднимаете, грудная клетка вместе с поднятием ноги, вниз, через проворот приносите, хватаете руки, делаете несколько шагов и раскрываете кисти вместе с пальцами. После этих движений начинается припев, и мы с вами возьмем второй припев. Но у них там делается все в разные стороны, есть просто основа движений, но то, куда вы это делаете, в зависимости от того, за кого вы хотите танцевать. Суть в том, что с первыми движениями вы расходитесь в одну из сторон, либо это по центру вниз, либо это в диагональ вверх-вниз, вправо-лево, в любые разные стороны.
И выйдя в какую-то сторону, вы двумя рывками поднимаете руки, и здесь на момент быстрых битов вам нужно потрясти, сделать волну, что угодно, верхней частью вместе с головой и с руками. После этого вы переходите в противоположную сторону от того, где вы были, и в этот момент два удара, на который вы грудной клеткой делаете вперед два бита. И мы пока потанцуем за солирующего человека, который стоит по центру, но вот это вы можете делать, смотря за кого вы хотите танцевать. Если мы стоим по центру, то на первые звуки у вас выходит рука правая сверху вниз. После этого вы перевернете кисть, перенесете палец ко рту, и тут тоже будут эти два удара грудной клеткой. Раз, два. После этого мы опять делаем вид, что мы куда-то идем, потому что у них переход, но мы ходим на месте. Делаете два шага и перед началом следующего движения перекрещиваете руки. После этого в чем суть следующих движений? У вас есть траектория отдельно кисти, она ходит вверх, ниже, потом левее и опять возвращается обратно. То есть есть точка вверху, ниже, слева, опять обратно. Но оно каждый раз через удар идет. То есть это не просто нарисовать, а вы каждый раз куда-то немного вверх ударяете. Вместе с этим у вас левая рука находится в левой стороне, и вместе с этим у вас каждый раз идет небольшой шаг на правую ногу, которая при том, как вы наступаете, заворачивается вовнутрь. То есть это раз, два, три, четыре. Каждый раз на каждое движение. Вместе с руками это получается, что вы делаете раз, два, три, четыре. То есть вам нужно соединить движение руки с движением ноги, чтобы они были одновременные. Раз, два, три, четыре. И на следующий бит вы захлопываете ладони с левой стороны и проходите правой рукой в правую сторону. То есть вместе получается вы делаете раз, два, три, четыре, пять, шесть, а на семь, восемь вам нужно собраться, руки у вас проходят, одна выходит на живот, другая на голову. И в этот момент вы ногами просто собираетесь на каждый бит, делая шаг и сводя их вместе. То есть мы сделали раз, два, три, четыре, пять, шесть, заворачиваетесь, и когда у вас руки приходят на живот и на голову, вы поднимаете, сгибаете правую ногу, и тут будет опять двойной бит, на который нужно сделать двойной удар. Вы делаете раз, два, то есть у вас сгибается посередине верх корпуса и голова ударяется. Вы делаете раз, два, потом забираете руку сверху, приносите обе, и тут будет точка, на которой вы останавливаетесь, а потом вы медленно складываете руки, опускаете локти вниз. Давайте сейчас еще раз пройдем эту часть отдельно. Вы уносите руку правую через верх, ждете бита, переворачиваете кисть, приносите ко рту с пальцем, делаете раз, два, ну и те, кто знает холозею, знаете, что в этот момент можно и глаза позакатывать, и все что угодно поделать, в зависимости от того, насколько вы хотите отыгрывать того, за кого вы танцуете. Делаете два бита, переходите, скрещиваете руки, и раз, два, три, четыре, пять. Еще когда делаете вот сюда хлопок, это вместе с поворотом головы. Пять, шесть, семь, восемь. Закрываетесь, поднимаете ногу и делаете раз, два. Забираете руки сзади сверху, выносите, делаете точку и медленно складываете. Давайте сейчас попробуем отдельную часть потанцевать. Вначале под медленную скорость, потом быстрее, быстрее. И желаю удачи!
Ну что, как вам такая скорость? Было ли вам сложно? Пишите в комментариях, получается ли у вас с первого раза. Но напоминаю, что вы всегда можете повторять и проходить это снова и снова для того, чтобы у вас получалось лучше, потому что этот танец далеко не медленный, и тут нужно прям тренироваться. Ну и сейчас еще научим последнюю часть припева. После того, как мы закончили сложением рук, там опять переход, но мы опять сделаем вид, что мы куда-то идем на месте, и вы начинаете следующее движение с шага на левую ногу, потом будет правая нога, и вместе с этим вы вначале руками ударяете вниз локтями, затем проводите, ударяете через перекрест, через центр выводите в стороны, и затем ударяете вверх. То есть у вас будет раз, два, и вы впрыгиваете на левую ногу, вместе с этим ударяете руками вверх. После этого вы выпрыгиваете с ногами на перекрест, у вас руки вылетают, правая выше, левая чуть параллельно полу. После этого вы опускаете правую руку на плечо, а левой вы ее держите. И от этого вас как будто бы отпружинит в распрыгивании ног. То есть вы вначале ставите руки, затем распрыгиваетесь. Здесь у вас от хлопка вначале руки раскроются в правую сторону, а затем в левую. И вместе с этим у вас переходит корпус в правую-левую сторону. То есть будет раз, два. После этого вы замахиваетесь опять, но только корпусом и руками, в правую сторону. И здесь вы выпрыгиваете, левая нога чуть-чуть подбивается ближе к правой ноге, а руки вылетают в левую сторону. И через левую сторону вверх вместе с правой ногой. Туда. И после этого вы выкидываете ногу и распрыгиваетесь. То есть вы что-то пинаете в воздухе и распрыгиваетесь снова на две ноги. Замахнулись, выкинули. Ну или распрыгнулись. Когда вы распрыгиваетесь, вы сразу же замахиваетесь опять правой рукой, левая находится с левой стороны. И вы два раза ударяете всей правой стороной. Правой рукой и правым коленом бьете вовнутрь. Вот раз, два, после чего вы впрыгиваете с ногами вместе и руку приносите на голову левую, а правую у вас в правой стороне. И вы выворачиваете правую руку, начиная с кисти. И в этот момент вам нужно сделать удар ногами, либо это вы делаете коленями, у вас выходит это вверх, либо вы заворачиваетесь низом стопы. И в этот момент у вас выворачивается рука, и на отдельный бит у вас как будто бы голова отделяется от руки, и они расходятся в разные стороны. То есть мы впрыгнем, одновременно проворачиваете руку, ударяете ногами и отделяете голову от руки, и все остальное тоже распадается. То есть у вас просто немного все выходит из статики. После этого вы наступаете на левую ногу и вместе с этим приносите правую руку на левое плечо.
То же самое делаете в другую сторону. Левую руку на правое. Получается шаг, шаг. И после этого вы впрыгиваете, в зависимости, опять же, от того, за кого вы хотите танцевать, потому что они это делают в разные стороны. Вы впрыгиваете в позу с ногами вместе и приносите руки, левая ладонь вперед, и правая по ней будет собираться. И в тот момент, когда она собирается, проходит вверх, у вас складываются пальцы на обеих руках. И в тот момент, когда вы впрыгиваете, у вас голова должна быть опущена, и после того, как вы соберете пальцы на отдельный бит, нужно будет поднять голову отдельным движением. То есть вы впрыгнули, собрали и подняли голову. Теперь давайте отдельный этот кусочек сначала повторим. Вот мы закончили танцевать первую часть, собрали руки, сделали вид, что мы куда-то идем, и пошли с первым шагом. Раз, два, прыгнули, раз, прыгнули с руками вверх, приносите руку на плечо, другой держите, распрыгиваетесь от хлопка вправо, от хлопка влево, замахиваетесь, выпрыгиваете через удар, распрыгиваетесь, два быстрых бита. Прыгиваете сразу же в позу, делаете удар ногами рукой, отдельно откидываете голову от руки. Шаг влево-вниз, вправо-вниз, спрыгиваетесь, собираете, поднимаете голову. Давайте попробуем сейчас отдельно этот кусочек, вначале медленно, потом быстрее, ну а потом это все посоединяем. Поехали! Ну что, перед тем, как соединить это все вместе, я все-таки покажу вам небольшой бонус, который идет часть следующая. Там несложно, просто для того, чтобы вы знали побольше. После того, как мы доделаем вот это движение, ну, даже в зависимости от того, за кого вы танцуете, куда-то отойти или остаться на месте, вы замахиваетесь всем верхом через левую сторону, руки выходят вправо, а затем вы переходите в левую сторону. То есть будет долго-долго-долго-долго туда, и потом вы немного переходите в левую сторону корпусом. После этого у них волной идет по очереди то, что они переходят, и вы приносите руку куда-то на ногу вниз, правую, и там будет удар, от которого у вас раскрывается грудная клетка, а голова запрокидывается назад, после чего нужно будет опуститься вниз. То есть вы переходите, удар, и от этого вы опускаетесь вниз. Здесь вы кладетесь полностью на пол, ждете следующего бита, и на определенный бит вы поднимаете себя. Вы можете помочь себе рукой для того, чтобы поднять себя. У вас должен таз остаться на земле, а все остальное подняться чуть-чуть вверх вместе с руками. И вы делаете на бит, или с одной рукой, вы делаете на бит вверх, кладетесь обратно, и после этого переворачиваетесь через левое плечо вниз сюда, упираясь руками, затем ставите одну ногу, затем меняете на другую ногу, замахиваетесь рукой вверх и как будто бы себя рукой поднимаете. После этого там начинается совсем дикая вставка. Если вы очень захотите,
туториал на вот эту быструю последнюю часть, то напишите в комментариях, потому что просто так пугать людей не хочется, она очень быстрая и очень сложная. Но если вдруг очень много людей захотят ее выучить, то почему нет? Ну и давайте еще разочек пройдем эту последнюю часть. Выходите, замахиваетесь, медленно-медленно проходите, отклоняетесь левую часть, переходите, меняя руки, то есть у вас правая идет вниз, левая остается где-то вверху. Делаете удар, от которого опускаетесь вниз, кладетесь, ждете бита, на который поднимаетесь вверх, опять ждете следующего бита, переворачиваетесь, ставите ногу, меняете на другую, замахиваетесь рукой и встаете. Ну и давайте сейчас отдельно эту часть пройдем. Чо, we don't. One more, we ain't total. 침묵 같은
Ну что, вот мы с вами выучили припев «Халазей», и даже чуть больше. Обязательно пишите в комментариях, насколько вам было это сложно, или, может, у вас получилось с первого раза. И пишите, хотите ли продолжение, и какие бы еще танцы вы хотели бы выучить. Обязательно пишите, смотрите на канале, какие танцы уже существуют, может, то, что вы хотите, уже есть. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, и спасибо, что зашли. Была очень рада с вами потанцевать. До встречи!